Привет. Это демо-версия игры Valfaris. И опять же, обычно я в такое не играю, но в этот раз я решил попробовать. И я не сразу разглядел вот это вот огромное лицо на пол экрана. Ладно, начать. Перед тобой пре-альфа-версия игры, которая не обязательно в полной мере характеризует качество или наполнение финального релиза. Вообще, многие хвалят эту игру. Тирион, датчики сообщают о том, что атмосфера загрязнена, но... Что, пригодно для дыхания, шрифт вот не очень крутой. Будь осторожен, мои сканеры засекли множественные сигнатуры живых форм, двигающихся в эту сторону. Вздох, значит, пора браться за дело. Как тут все работает? Я буду на геймпаде играть. Так, стреляет, бьет. Эта кнопка ничего не делает. Прыжок. Вот это что? Щит какой-то. Так мне сюда надо выстрелить, или мне просто так говорят про выстрел? Пока неплохо. Я хочу звук проверить. Ладно, пусть будет так. Так, Кэ, мечом его разрубил, мне дали очки какие-то. Или что это, мана? Для взмаха мечом. Ты запрыгнуть, что ли, не можешь, дурачок? Я не могу тут какие-нибудь подкаты делать. Ой. Блин. Почему у него такая дикая скорострельность? А ну тихо. Наносимые удары приносят энергию для подпитки твоего щита. То есть щит у меня еще и разряжается? Пригнуться можно. Ах ты говнюк, а я так умею делать? Нормально я его разрубил вообще. Они не допрыгнут, да? А двойного прыжка у меня нет? Это тоже прикольно. Потрать идолы воскрешения для активации контрольных точек. А у меня один. Контрольная точка активирована. Да, блин, как ты попал? То есть я вот так могу стрелять? Да, блин. Так он хотя бы не ходит. Ну, вообще, вроде неплохо. Обычно мне такие игры не нравятся. Но это явно лучше большинства. Ой, я управление немного позабыл. Щит у меня на другую кнопку. Блин, не достал. Это что такое? Мне бы отхилиться. Да блин, надо... Ой, может палец держать у кнопки. А то я не ту нажимаю. Я сдох! У меня больше нет идолов, я разве не находил? Да блин, отвали. Сейчас все будет. А ну иди сюда. Сейчас я буду более аккуратен.
Вот, отлично, я по крайней мере жив. Вставляй. Так, а я могу это менять или качать? Улучшить. Кровавый металл у меня нет. Дополнительная веерная атака. Если изменить. Но я ничего и не находил. Дольше нет врагов. А ну иди сюда. Откуда у вас столько? Вы вообще кончаетесь? Как-то странно, почему они и прут, и прут. Ладно, я пойду дальше. Потому что они не хотят заканчиваться. Что это? Я почти сдох. Ну и сразу мне дали хилку. Да блин, почему так все фигово? А ну отстаньте. Глупые псины. И мужики. Блин, эти игры всегда такие сложные. Хотя если ты в них постоянно задротишь, то возможно это легко. Надо вот этого нижнего убить. Потом вот этого и вот этого. Все. Там еще одна бежит. Две. Ладно, пока. Вы мне не друзья. Это куда-то упало. Может, мне стоит спуститься тоже? А я уже не могу вернуться. Ну и ладно. Я тут смогу пройти-то? Блин. Сдох. Ладно, я попробую вниз спуститься. Почему бы и нет? Ой. Блин, надо было сначала туда прыгнуть. Ясно. А для чего тогда эта фигня здесь висит? А, стоп. Все. Это не знаю я для чего. О, я и так могу. Глупые псины. Не надо ко мне лезть. Отличное место здесь. Это босс какой-то. Сдох. Я могу пойти дальше? Вот это вот что лежит. А, я наверх теперь могу. Да блин, вниз надо. Вниз, вниз. Да вы достали стрелять. Ну и где все? Затишье какое-то. Мне теперь даже больше, чем нужно. Хотя, может, покупается тоже за это. Дух отомщения. Ну давай. А, то есть это вообще другая пушка. И она также тратит мою ману.
Для стрельбы из духа отмщения используется тот же запас энергии, что и для щита. Я это уже понял. Не то. Ну хотя, ладно, возможно, я потом пропущу идола какого-нибудь. Это как запасной будет. Их можно уничтожить. Это замечательно. Да, блин, серьезно. Отвалите. Нет. Отстой. Полный отстой. Стоп. Ладно. Надо уворачиваться. Ой, блин. Не дострелял. Дайте я выживу. Как против них бороться? Это как-то жестко. Может, надо стрелять так? Я ведь не смогу их всех уничтожить. Так, пока нормально идет. Главное, чтобы на меня не упало, наверное. Кровавый металл. А это не перевели. Я помню то, что это для улучшения нужно. Ладно. Целая куча псин. Вы не можете запрыгнуть, неудачники. Жаль, у меня гранат нет. Вот козлы. Я на такой не рассчитывал. А тут можно было вот так вот. Я не знаю, они бы допрыгнули, нет? Давай, прыгай. Как хотите. Так, а здесь что? Или это типа секрета? Кровавый металл. Отлично. Новые враги. Какие-то пауки вонючие. Видимо, они не собираются кончаться. Да, блин. Аккуратнее. Но тут очень много контрольных точек. Очень много. Отлично, я могу улучшить меч, например. Там ничего нет? Что это такое? А это что? Или это босс? Тирион, мои сканеры обнаружили впереди мощный источник энергии. Похоже, это как раз то, что мне нужно. Безграничная энергия. Ясно. А ну подойди. Блин. Отстой. Лучше бы у меня это сохранялось.
Не подходите. Все? Как невероятно, твои показатели жизнедеятельности на моих датчиках зашкаливают. Да, это было достаточно напряженно. Я даже здоровье не потерял. Твой путь вперед преграждают обломки. Анализ корабля, на котором ты сейчас находишься, показывает то, что ему не хватает энергокристалла, а в остальном он полностью рабочий. Если же корабль заработает, то он сможет построить собственный маршрут, понял? Не могу это сломать. Где я должен это искать? Понял. Тут опять могу сохраниться. Опять что-то новое. А я тут не могу забираться. А здесь? Как это работает? Я ты думал, это фигня, которая меня убивать будет. А это меня подкидывает. Ой, да ну хватит. Псина. Тихо. Сейчас сдохну. Быстрее беги. Может, отсюда как-то надо стрелять? Пока что легко. Несмотря на то, что я очень много умираю, находящегося над тобой энергокристалла будет достаточно. Правда, путь к нему преграждает электростатическое поле. Также он защищен экраном. После уничтожения ты сможешь пытаться уничтожить электростатическое поле. На словах все проще, чем на деле. Босс. Блин, я забыл улучшить меч. Я хотел. А ну не бейте меня пока. Ах ты говнюк, стрелял в меня все это время. Наверное, стоило его добить, а в кристалл, возможно, стоило стрелять. Зато я теперь смогу улучшить меч. Повышенная мощь. Да ё-моё! Как-то хуже идет. Мне каждый раз надо улучшать. Нет. Ладно. Щит. Да ё-моё. В этот раз я меньше смог отнять. Я хотя бы выжил. У меня еще половина здоровья. Отлично. Теперь можно возвращаться. Ты находишь энергокристалл. Я разбить не могу.
здоровья у меня совсем нет, но тут контрольная точка. Ё-моё. То есть, пока я до конца не открою, а нет, вот, нормально. Тихо. Не достал. Так-то неплохо, но я думаю, на этом можно закончить. Пока.